Продолжение следует, продолжение на Dust 2, мап номер 3, близко к началу, к Knife Round, выиграли игроки Just VH, а то, да-да, они взяли, перешли, по-моему, за оборону, или рыбки, не знаю, вроде попало там маленько в объектив камеры, да, успели чуток заметить, ну да ладно, не это главное, а главное сейчас, все-таки, наконец-то, чтобы их действия принесли какой-то результат, а именно Just VH. Попытка угадать, подсадка, тройная подсадка через зигзаг, да вот только не прокатила снова. Есть информация по игроку, забегающему через верхнюю тэшку, его тут уже ждут, не дождутся, no stress, фраг Антон Крафтиеве подключается к оборонительным действиям. Он подключился со спины, отвесил жесточайший хедшот excellent по Логансу, и тем временем уже файт против суперкатка. 2 в 3, дожми, добей его. Есть! Вовремя подоспел Excellent. Просто в нужный момент. Он так заглянул проведать обстановочку в верхней темной. И оказался в нужном месте в нужное время. Fight FX. Видимо, получил. Метка в голову! И вот попал, между прочим, еще и Excellent так захватил, да? Но этого не хватило, чтобы добить, и есть! Первое очко за свой хэд. Ну, знаете, не будем забегать вперед. Все-таки мы прекрасно с вами помним. К чему все это свелось в итоге на D2Scan. Так что пока никаких поспешных выводов мы делать, безусловно, по этой игре не будем. 5 глоков несутся, сломя голову, точнее 4 глока неслись. Сломя голову через зигзаг, один отбился от стаи, двинул через DL, но в итоге практически один и останется, я так понимаю, живым. Так, единичка с юспом, оу, прошляпили-то! Просто прошляпили выход на Б. Ну, поставить бомбу тут не судьба, да. В смятку превратил лицо Бишопа. Котенок. Помяукал так. Ну, Логанс один. Ну, говорю, он один-то пошел через длину. Вот остался. В одиночестве куковать. Занимательный момент. Снова ХЛТВ, скажет, вот беснуется просто. Наверное, вот этого напряжения не выдерживает ХЛТВшка, да, напряжение, которое царит на сервере. Что проскакивает и проскакивает бесконечной телепортации в будущее у нас с вами. Так, есть один дигл у Fight FX, наверное, посмотрим именно за его действиями, остальные все его партнеры. Все остальные части армии двинулись через верхнюю точку в нижнюю! Ну и застали тут Антона Крафти, который отдал, в принципе, не особо значимый девайс, хотя он может сыграть весомую такую роль. Нет, через нового стресса тут точно не пробиться. Пока игроки обороны будут господствовать на зигзаге, там, ну, невозможно будет, никаких перспектив на точку А не будет. У террористов ХЛТВ снова скачет, чуть ли не два раза за один раунд. Последний. Гусельников, хаешка прям над ним взорвалась. Страшное зрелище. Подпалило ему маленечко прическу. Волосы чуть не вспыхнули, но благо на лысо подстрижен. Ну, не знаю, на самом деле. Опять она висит. Оп, валхаком пользуясь. Создал некое преимущество я Гусельникова, только он им не воспользовался. 3-0. Ну, вот так вот. Это Блэк. Блэк у рыбки. Ну и вот сейчас они такой железной хваткой возьмутся за дело. Потому что явно что-то у них не по программе пошло здесь. На Dust 2 под палящим солнцем карты Dust 2. Занятие позиции близ банки от Антона Крафти. Ай-яй-яй-яй. Не сдержался, нажал на курок и был повержен Логансом. Катапульта в яму от Логанса, и тут же ХАЕ прилетает в том направлении. Эх, маленечко не довел все-таки файт. Нужно было еще буквально какую-то миллисекунду выждать. Тогда бы он четко встал на обе ноги и произвел меткий выстрел. Так, прием зигзага от котенка, тут же размен. Положение уже 2 в 2. Все-таки надо Dust 2 как-то лучше ситуации 2 в 2 удается разыгрывать.
команде Just VHead, да, вот только не в четвертом по сути раунда, и снова хоть лбом об стену бейся. Вот пистолетку удалось на Тускане взять. Just VHead помним, или не помним, что же там было там. Надо будет запись пересмотреть, по-моему, они за атаку что ли начинали. Нет, ладно, сейчас не буду предполагать, потому что там так быстро все это прошло, столько череда событий, вереница просто. Там тяжело было все запомнить. Но они выиграли 4 раунда. И казалось бы, будущее выглядит абсолютно безоблачно. А тут раз, и все перевернулось вверх дном. Совершенно неожиданный поворот событий. Так, кажется, кто-то прошел уже в банку. Или мне показалось? Нет, не показалось. Его никто и не караулит. А нет, ждут, надеются и верят. И вера им помогла. Веруся. Так, Зига огромным пилотоном движутся, прострелили, но у стресса додавили. Жали, да прожали. Все-таки образовалась огромная щель в крепости у Just VHead. Ей и воспользовались рыбки. И умело туда очень прытко затекли. Ну что, если кто-нибудь из вас, она снимала, собралась, я смотрю, смотрит за этим матчем. Я бы с удовольствием почитал ваши комментарии, что вы думаете касательно этой игры, касательно, может быть, каких-то отдельных персон, вип-персон. Вип-персоны здесь Just VHead. Все пятеро. Ни на что не намекаю, просто серьезно. Их проект, их шоу-матч, их товарищеский матч. Вот и все. Никакого потайного смысла под этим нету, я котенок! Вмазал без промаха. По суперкатку. Суперкаток прокатился. В обратном направлении. А, Б уже заняли, ну зашибись. Это третье очко за рыбкой, и уже выравнивается положение. Очень поспешно. Может быть, маленько сумбурно. Но рыбки выиграли эти 3 раунда вчистую. Есть калаш в руках, я котенок даже не думаю, это сейве, похоже. Где моя наживочка? Дигл! Вход пустил. Да, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Вспомните, с чего дал первый фраг в этом раунде я котенок. Именно с дигла на нуле. По-моему, на нуле это было. А, нет, возле банки, да. Вот он пришел с этим мечом и от меча и получил. Файт тоже залепил ему с дигла. 3-3. Есть ФАМАС, но М-ка, нету деф у единички. А, Ермашов, конечно. Я котенок. Ну, есть М-ки, только без дефьюзов. Ну, снова на последние гроши закупаются. Последние монетки брянькают у них по карманам. Ну, вроде как начали за здравие. Не дай бог, да снова закончат за упокой, как на Тускане. Опять ХЛТВ скачет. Ло, особо интересный момент мы пропускаем, народ смеется, а мы этого не видим. То же самое было на Тускане, тоже ХЛТВ проскакнуло, а потом посыпались комментарии, типа ха-ха, смешно было. Пуля в одно ухо вошла, в другое вышла, потому что именно боком, под прямым углом котенок бежал относительно. Гусельникова, 22 хп. Взял хитрую и спреем! Замечательно. Обеспечил погибель крафтику и 4-3. Все, уже устремляется вперед. Сейчас думаю, постараются нарастить это преимущество. И напоминаю, что первая карта была Тускан. Ее рыбки выиграли 16-4. Дальше отправились на Денюк. Там тоже не сплоховали. То есть в грязь лицом не ударили. Ну и нечто подобное, видимо, собираются продемонстрировать и здесь. Хае маленечко недолет. Ну, очередной раз, видимо, просто сели в лужу. Just VHead один. Ермашов, и ему уже в спину производят стрельбу, его нашивают, он стоит. Ай, как истукан, просто остался стоять, как прирос, как дерево, корни пустил, наверное, и не мог оторваться. Прилепился к стене,
Ну не думаю, что там на DDoS 2 так холодно, что он языком стенку лизнул и прилип. Нет, конечно, там жара, пекло. Просто прирос. Как атрофированный. Ну а когда уже 40 хп оставалось, вышел. И тут-то его и поймали. Выход мидл. Тут же был повержен я котенок. Не сбавляя оборотов. Производит движение вперед. Тут уже Логан за счет хитрости сделал небольшую паузу и... Снова. В том же ключе. Проходит игра. Ну уж, по-моему, совсем не в моготу играть Just for Head. Не удается абсолютно никакую угрозу парировать. И никакими возможными способами, однако... Все-таки один способ переберег. Excellent. Напоследок я им воспользовался. И файт Зигла, вот как он точно стреляет. И нет на него управы, на этого Fight FX! Никакой. Даже. Последний крафти отдален, конечно, ему не ближний свет бежать на А, тут еще и туман снова расстелился на респе. А из этого тумана, как черт из табакерки, просто из ниоткуда возник. Гусельников. И седьмое очко приносит своему коллективу, который очень уверенно несут это знамя победы, которое возвышается над их головами. Я котенок, есть преимущество 5-4. Ну что, ребят, если не сейчас, то уже никогда. Я скажу это с полной уверенностью, без робости. Не сейчас, то никогда. Дерзайте. Смотрим на расстановочку. Один Ермашов поджимает. Поскорее поджимайте, пожалуйста. Придайте ускорению своему движению, пожалуйста, быстрее его снова. Тут ждут, только промахивает игрок Савиков. Два промаха, это должны были роковые быть промаха, причем два АВП смотрят. И вдвоем промахнулись. Ну, возможно, даже не постараются парировать эту угрозу со спины, просто ускользнут от нее. Пытка попасть в Зигла. Очень рискованные, опрометчивые, на самом деле, самонадеянные, я бы даже сказал, действия от Fight FX. А, ну ему-то можно. Это же Fight FX. Ох ты, какой промах. Ну что, заход, дубль 2. Попытка нарваться на те же грабли, но там уже снесли ноу стресса. Excellent 1, причем он в зигзаге. Да, растерзали. Но всех его братьев. Ну и тут же ничего остается. Ему просто терять уже нечего. Все, что можно было, растерял. Ну сейчас отчаянно, возможно, попрет на врагов. Для тех, кто смотрел фильм «Я легенда», да, помните, когда его собака была убита? И каким образом, наверное, да, когда он лишился последнего существа, которое волокло его существование, так сказать, рядом с ним. Он на этих зомбаков-то и попер на машине. Просто на таран. Вот нечто подобное могло здесь произойти. Ну, это, ребят, Counter-Strike, конечно. Здесь этого не будет. Ну, шутки. Это все шутки, вы этого не воспринимаете всерьез. А то некоторые прям вот бурю возмущений высказывают потом. По глупости. Я шучу. Fight FX, тут уже скорострелочка вход пошла. Так. Excellent, маленько. Поунял пыл этого парня. Ну, в итоге на один. Один, причем с респаума, и бомба здесь. Неужто бомба тут упала? А, неважно. Не имеет значения. Только не сейчас. Снова я секунд на 5 пропал. Надеюсь, вы не успели запаниковать в результате этого. Да, куда наш верный спутник по этому матчу пропал? Не волнуйтесь, я с вами. Покорный слуга у микрофона. Ах ты,
промах одного стресса, но это информация бесценнейшая. Там искры из глаз полетели у Fight FX. Вот с такой злобой No Stress произвел этот выстрел. И продолжает осуществлять движение, и временного запаса хватило для того, чтобы прицелиться. И пульнуть метко в задницу Бишопа, ну примерно в район именно той части тела. Ну и гусельников забираем. В ожидании чуда. Что ли? Ну, можно было предположить, что эта позиция уже будет под надзором одного из игроков Just for Head. Ну, почему-то все равно он выходил так на спокухе. Это его и погубило. Это его и загнало в могилу. Чрезмерная невнимательность. 4-9. Все равно критическое отставание, я бы сказал. Поскольку это слаженный коллектив, работающий как слаженный механизм, практически не дающий сбоев, то за оборону они должны все равно уходить в преимущество. Набирать больше очков, нежели там 4, 5 или 6. Должны уходить в преимущество. Так, один. Не устоял на ногах, котенок. Сразу подкосило его на все 4 лапки. И Ермашов со спины. Сейчас все самый интересный экшен пропустим. Нужно главное успеть перезарядиться. У него целых 65% здоровья. Стреляет по пульке. И есть, это сработало. Ну что, новая теория стрельбы от Ермашова. Которая была неведома раньше. Всем про игрокам. Он один. В поле воин. А куда деваться? Вынужден. Отстаивать права и свободы. Мирных граждан. Что, бомба под его контролем? Не... Небольшой выдох можем сделать. Но смотрим за Ермашовым. Все-таки он сейчас главное действующее лицо здесь. Именно... Ай-яй-яй, выстрел! Самое интересное, что он выстрелил. Есть! По-моему, четверых забрал. Ну, красавелла, все, ребята точно его должны как минимум по плечу похвастать. Постукать, так сказать, поддержать. Ну, возможно, вот за счет этого героизма одного доблестного воина сейчас все остальные тоже воспрянут духом и будут громить и громить. Крафти уже был снесен. В небольшом шоке прибывает на планте, а бомба тем временем должна устанавливаться. Незамедлительно так и происходит. И 35 секунд. Да все про все, отчет пошел. Я ж просто решил промолчать. И 5-10. Не летят патроны. Да мы видим, как у вас патроны не летят. 10-5. Первая сторона за рыбками. Неизменно они лидируют за первую сторону. Тем самым подтверждают свой статус. Статус главенствующей команды. Да, по сравнению с Just for Head. Но мы ждем, когда повеет ветер перемен. Ну и внесет какие-то изменения. Так, ну вот, здесь уже фаз под Б, размен от Бишопа, он успеет даже выполнить перезарядку. Они замешкались, ой-ой-ой, застоялись маленечко, так, видим, что он прошиб голову вот этому первому бегущему. Интересно, кто это? Сейчас выясним, обязательно. Это кто? Это Excellent, да, 4 хп всего-навсего. Ну, по крайней мере, точку заняли. И нету дефьюзов, ни одного, расшибли бошку No Stress на сей раз. Excellent по-прежнему с 4 хп, тем не менее, убивает Логанса, и 1 в 1, 4 хп, Excellent. Остудите пар, ребята, отдохните, мальчик, полежите, поваляйтесь. А то вы слишком напряжены. Эх, столько надежд было связано с этим раундом пистолетным. Ну и вроде как было запланировано, то есть четко следовали тактике. Четко следовали намеченному пути. Ну, снова какой-то мелочи не хватает. Все-таки я надеюсь, что вот эти вот мелочи, какие-то мелочные огрехи и недочеты удастся устранить после. Да даже небольшого количества тренировок, да, которые не продлятся там больше 2 недель. И они преобразятся в разы. И будут показывать совершенно другую игру. Более слаженную.
так сказать, мастерство не пропьешь, да? Вот это применимо сюда. Один Ермашов. ФАМАС. И что там у него было? ФАМАС вроде. Это 2. Это 12-15. 12-5. Так, ну и организованной группой движутся на длину. Fight FX примерно на середине длины. И хотели... Они хотели задумочку провернуть. Да не тут-то было. Под флешку, да, намеревался Fight FX пройти. Выйти на DL, да, на единичку там, на зону, близ ямы. Да вот, маленько, по времени не рассчитали, все-таки не уложились. И бомбу не пустят же, бомба пала на просвете. Самое худшее, что сейчас могло с ними произойти, это падение бомбы на просвете. Бусильников уже с... из-под, так сказать, из-под моста. Действовал, ну и 2 в 1. 2-2, конечно же, 2-2 положение. Так, минус от Логанца и 1. Экселент, экселент, забирает Логанца. Что, ребят, нельзя, нельзя упускать этой возможности. Ах ты! Ну не прожал, снова вот как, я не знаю, бодались 1-1. Вроде как сначала один там передавил, потом второй взял ситуацию в свои руки, и все-таки в последний момент все решилось. Да. Не удалось, так сказать, эту рыбку. Упустил эту рыбешку, да, которая вроде как уже была в руках, такая труд. Но вырвалась. Ой-ой-ой, умора, умора. Ну, грех такие моменты упускать, такие возможности, которые выпадают и без того крайне редко. Они еще ими транжирят, как могут. 13-5, буквально 3 очка, жалких 3 очка остается рыбкам до победы и в третьей карте. То есть, ни один из двух матчей-реваншев Just We Had не сумели. Не сумели ни в одном из этих матчей-реваншей выиграть. Видимо, просто правда, что не судьба. Может быть, не тот день. Возможно, все в пятером не с той ноги встали. Чего только эта жизнь не готовит, да? Да ничего она не готовит, люди готовятся. Это говоря о хавчике. Проход на А. Так, крафте. На пару с котенком. Зажгли зеленый свет. И зашли на позиции. Отлично. Супер каток и Fight FX еще не поспели на помощь своим партнерам. Да и помогать там, собственно говоря, уже некому. Ибо все отбросили копытца. Так, но заходит не моментально под эти флешки и крафти! Пам! Без боя не сдаемся. Остался еще порох в пороховницах. Все-таки. Задатки бойцов у этих парней явно есть. А в частности у крафти. Особенно. Явно сейчас будут действовать с большей осторожностью. Все без исключения. Игроки Just We Had. А напротив, в свою очередь, Гусельников бездумно пошел по джим, но у него был дигл. Возможно, он предупредил своих партнеров, что, ребят, я отправляюсь на небеса. Мне тут в этом пленном мире делать нечего. Пойду-ка я отдохну маленько. Ну, следом за ним отправляется суперкаток. Я думаю, сейчас все они так потихонечку в разных зонах, в разных уголках земли погибнут. Так, Антон Крафти отдался. Возможно, он все свои эмоции выплеснул именно в предыдущем раунде. Что сейчас уже просто запас этих эмоций не хватило. Но стресс, хедшот, жалко, что мы пропустили. Обидно. Ну и Fight FX, он один. А Б открыто, все, на Б ушли, и перестрелка на А завязывается между Ермашовым и Fight FX. Но, видимо, они друг друга посторонились, решили избежать лишних проблем каких-то, которые могли возникнуть как у одного, так и у другого в результате последующего продолжения перестрелки. Так что они просто, так сказать, у страха глаза велики, да, испугались друг друга, вот и все. Не стали смотреть в лицо опасности. Ну, возможно, Fight FX, кстати, дадут засейвить. Это дроп, девайсик.
что вот в этой ситуации крайне нежелательно. Потому что, чтобы подпортить, существенно подпортить экономику рыбкам. Хотя нет, они ее сейчас уже им испортили. Потому что взяли 4 раунда подряд. Причем все-таки. Ну, там пару игроков, ну, посмотрим на статистику смертей. Ну да, помирали вон по 3, по 5, по 6 раз. Ужас. Ну, непостижимо. То есть денег много тратили, и экономика там у них, правда. На мили они сейчас находятся, где-то снова ХЛДВ. Балуется. Забаву нашла себя. Издевается над нами. Так, засветились уже в верхней темнике. Снова ХЛТВ скачет. Не могу я на это смотреть. Бесконечные скачки. Вот они, двое на Б, кстати, попали уже в оцепление, скажем откровенно. В оцепление конкретно Логанса и Fight FX. И бомбе очень тяжело, крайне затруднительно пройти на точку, потому что там обзор ведется. С ворот. Так, не затем смотрел. Ну, мало хп у Крафти, и вся надежда, такие все надежды возлагаются именно на Экселента, у него еще и АВП. Эх, занять бы успеть позицию, успеть-то успел! И выстрел даже произвел, и Логанс один, 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 один в один! Вот знать бы ему количество хп, тут бы точно выжил максимум из этой ситуации. И, кстати говоря, кажется, видел. Дух-дум! Просто удар на удар, ответы, да, как в кино показывают. Боксеры, да, вместо того, чтобы защищаться, они просто поочередно удары наносят. Так же и здесь. Один вмазал, второй сразу в ответ. Ну все, уже как заведенные понеслись. Поджимать ноль. Разведали ситуацию, поняли, что там никого нету, даже близко. И, возможно, это будет сейчас лжеинформация. Да, решил продвинуться дальше гусеников. Хотя он мог тут нарваться очень серьезно, а ему уже в спину заходят. А сам белый, белый, белый Ермашов! Да что ты... Неубиваемый, а какой пулей непробиваемый попался. Ну вот Ермашов в итоге и один. Еще и завис. Возможно, это экстренная пауза. Ребят, экстренная остановка. Мне срочно нужно обдумать. Я беру 30 секунд и тайм-аут. Мне нужно привести... Мне нужно собраться с мыслями, привести голову в порядок. Ну как он двигался? Да, по пятам своего оппонента. В итоге настиг, да слишком поздно это было уж. Ну и ХЛТВ у нас выключилось, просто сервер, наверное. Отрубили в одно мгновение. Даже не позволили досмотреть, к чему все это дело. Ну, будем считать, что неизвестно, к чему все свелось. То есть это как некоторые книги пишут. Каким образом? Каким? Небольшие изменения последовали на стене сообщества. Что ввело маленькое меня в заблуждение. Так вот, как в книгах пишут, да, или к фильму показывают, что неизвестно, а какая концовка, то есть позволяют читателю или зрителю самому додумать, то есть придумать свою концовку, и это очень увлекательно. Это занимательно, это правда проявляет интерес к таким фильмам зрителя. Вот так же и здесь, будем считать, что вы просто додумаете. Ермашов там все минус 4, следом за Крафтиком, да, помните, как Крафтик тебе 4 фрага сотворил? Это было чудовищно. Это было шикарно, красиво. Вот нечто подобное, Ермашов, даже минус 5, потому что фраг-то единственный, который мы успели увидеть, тоже от него последовал. Ну а дальше они просто уже сравняли, там в овертаймах борьба была отчаянная, да вот, все-таки рыбки более проворные оказались и третью карту, вряднее всего, тоже выиграли. Ну что ж, нам придется с этим только смириться, потому что никаких, как-то повлиять на эту ситуацию мы уже не можем. Остается только признать поражение и работать над своими... какими-то мелкими недочетами, которых было масса со стороны и одних, и одного и другого коллектива, но это шоу, и собрались для интереса, поиграли. Ну и думаю, получили массу впечатлений. Ну и мы с вами, конечно, тоже. Что ж, я с вами прощаюсь. У микрофона был Артур Окс, наблюдали за Friendly Match by Just Way Head от проекта, ссылку на который вы видите в нижней части картиночки.
которую вы обозреваете vk.com/overline. Да, как же ее, господи, пробел, как ее назвать, нижнее подчеркивание, во, освежил память, нижнее подчеркивание онлайн, нижнее подчеркивание кап, завершен. Ну и на концовочку, так сказать, небольшое видео. Нет, не будет видео никакого, просто заставочку только покажу, уж больно она мне понравилась. Посражались коллективы, ну и мы будем довольны. Почаще возьмем за правило, да, проведение таких шоу-матчей. До будущих побед, берегите себя и играйте в Counter-Strike. Всем пока!